Ліана Кравчук, лікар-стоматолог. Більше 3 років лікує зуби дітям і дорослим. Доброго ранку, пані Ліана. Я так розумію, вам доводиться часто рано прокидатися, тому що лікарі завжди рано прокидаються і йдуть рятувати людей, в даному випадку у нас дітей, так? І дорослих, так? Адже ви стоматолог і дітей, і дорослих. Так. Доброго ранку вам теж. Да, очень часто мне нужно встать рано, подумать о том, что предстоящий день мне несет, скажем так. Настроиться тоже, это очень как бы тяжело бывает. Ну, в принципе, так. Я знаю, що чистити зуби також потрібно вміти правильно. Не всі правильно це роблять, так? Тому що одні кажуть, що потрібно зубну щітку вправо-вліво водити, інші кажуть, що навпаки, згори до верху, так? Як правильніше? Правильніше на самом деле есть много схем. Сейчас интернет доступен всем и каждому, скажем так. Массаж. Да. Но на самом деле в основном рекомендуют стоматологи делать круговые движения зубной щеткой для того, чтобы не стирать эмаль, когда делаются вправо-влево, скажем так, движения, ну и вычищать все как положено. Впевнена, що ця інформація знадобиться багатьом, не лише діткам, які лише починають вчитися чистити зуби. І, до речі, про дітей. Коли їх слід привчати? Коли з'явився перший зуб? Так. Многие родители удивляются, когда у них тоже приходят с таким вопросом. И, в принципе, рассказываем, что когда появляется первый зуб, сначала, естественно, они чистят сами деткам. Потом, когда дети уже подрастают, то есть они могут уже сами держать щетку осознанно, уже начинаем учить их. То есть обычно деткам во время игры можно преподнести это. То есть, или показать собственным примером. Если родитель чистит, берет ребенка вместе с собой, показывает ему, что он чистит зубки, ребенок пытается повторить. У них вот этот вот момент того, что делать как взрослый, как папа, как мама, у них присутствует. Ну, а маленькие дети, вони ж, мабуть, неправильно полощать свої зуби, так? А чи не зашкодить це для шлуночка дитячого? Спочатку, ну, спочатку, то есть, нужно чистить без зубной пасты деткам маленьким. То есть просто щеткой, этого достаточно. Потом, когда они уже более осознанно, то есть им можно объяснить, что нужно почистить пастой, им нужно сплюнуть эту пасту, то есть не глотать, тогда уже можно вводить пасту. То есть... Якщо, наприклад, от дитині 5 років, а вона боїться брати воду до рота? Ну, здесь уже такой момент. Значит, какая-то была у нее или психологическая травма, или, скажем так, родители, может быть, наказывали, чего ни в коем случае делать нельзя. То есть к ребенку нужно действительно вот с игрой приучить его к чистке зубов, и тогда не будет никаких проблем. И не будет проблем в подростковом возрасте, как обычно. Многие родители приходят и жалуются, что вот он подросток, постоянно зубы прорезались, а чистить он их не хочет. К чему идет то, что они портятся, появляется каріс. Дуже багато також батьків скаржиться на те, що от лише зуби з'явилися, а вони вже псуються. Навіть не встигли привчити дитину до зубної щітки. Да, это когда прорезается постоянные уже зубы, то часто они еще очень слабенькие. Если вовремя не обратиться к стоматологу для профилактики, то есть у нас есть специальные методы, то есть фторирование или герметизация фиссур, которая предотвращает кариес вот этих вот зубов, то да, они могут очень быстро испортиться. Это постоянные зубы, это уже корінні зуби? Да. А если молочные? Бо я знаю, є багато дітей, які навпаки от в ранньому віці, а уже половину зубів немає. Ну, здесь уже идет от питания, от того, чем родители кормят ребенка. Мабуть, генетика, так? Генетика, мабуть. Ну, есть такое, да, тоже. Но в основном молочные зубы еще генетически не так вот предрасположены. Больше все-таки то, чем, что кушает ребенок. С какими еще проблемами могут столкнуться дорослые от в дитячем возрасте? Два зуба одразу выросло. Это нормально, ничего страшного. Или два зуба вы имеете в виду сверхкомплектный или какой зуб? Я не зовсім розумію термінологію. Ну, от є молочні зуби, і паралельно почав рости корінний зуб. І вони вже два не встигли. Я поняла вас.
Обычно родители это видят сразу. У них как бы немножко начинается паника, они сразу идут к стоматологу. То есть это тоже нормально. Обычно удаляется просто молочный зуб и постоянно становится на место. В этом нет ничего страшного абсолютно. У нас, до речі, є опитування про як миколаївці видаляють зуби своїм дітям і як собі видаляли, коли були маленькими. Пропоную зараз переглянути і дізнатися. Конечно, у стоматолога. Почему? Ну, потому что это лечебная процедура, но никак не домашняя. А чи варто лікувати молочні зуби? Наверное, нет. Ниточку привязала, дернул. Что тут? Маска губцами есть еще. Там же нет корней. Ну, стоматолог, наверное. Чему? Ну, так лучше будет. А чи варто лікувати молочні зуби? Ну, я не знаю. Ну, думаю, да. Ну, конечно, стоматолога надо было. Почему? Как, ну, стоматолог же, он как бы безопасность. Вот. Дома нельзя, это, мне кажется, там обрабатывают все зубы, как бы. Ты как все зубы вырывал? Ниточки. О. Так это к нему вопрос, а не ко мне. Ниточку и выдернул. Всегда стоматологом посоветуйтесь, и будет самый краще. Ну, это только через веревочку или ваточкой и выдернуть. Хорошо, а кому отдаем зуб? Зуб, ну, мы отдавали всегда под подушечку феи, а она потом возвращала в виде подарка ребенку какой-то сюрприз утром возвращала, да. Фея а обязательно через, дарит. А через крышу? Или мышки, да, через крышу бросали, но это в моем детстве. Бросали через крышу, да. Или мышки отдавали. Отдам тебе простую, а верни мне золотой. Знаєте, одразу зацікавило запитання, як вам видаляли зуби в дитинстві? Я сама собі. Сама собі, тобто так. До стоматолога не зверталися. А от як ви відноситесь до того, що як краще все ж таки, до стоматолога чи самим? Щоб там інфекцію не якусь не занести, чи в принципі... Це молочний зуб, в принципі, занести інфекцію... Нельзя. А детки сами, если они сами хотят, они сами себе удаляют зубки. Я к этому нормально отношусь вполне. Є така також ситуація, от, наприклад, моя знайома ділилася досвідом, що в неї дитина 9 років і вже третій раз виривають один той самий зуб. Це якась патологія чи що це? Ну, бывают зуби сверхкомплектные, они так называются, когда лишний зуб просто. Такое бывает. Не часто, но бывает. В принципе, просто он удаляется, если он не в зубной дуге, он мешает, то есть он вырос где-то в другом положении во рту, он просто удаляется, и никаких потерь ребенок не несет от этого. А если вот в него есть свое место? Это уже смотрит сам доктор. Если у него есть свое место, если он там никому не мешает, то его, конечно же, оставят. Угу. Пробують лікувати, так, витягувати, якщо не витягнути. Як ви відноситесь взагалі до брекетів і коли варто їх ставити? От, зокрема, якщо виросло, я так розумію, два зуби, то один може стати неправильно, не на своє місце. Так, таке може бути. Ну, сейчас в основном многие родители думают, что брекеты – это панацея. То есть они ждут, пока прирежутся все зубы, потом идут к ортодонту, когда уже нужно, как бы, скажем так, приложить усилия, чтобы что-то сделать. Сейчас в нашей стоматологии, по тому, если идти в ногу, скажем так, с мировыми докторами, начинают лечение еще с маленького, еще с молочного прикуса. То есть сначала это какие-то, называется у нас это мигогимнастика, то есть упражнения для детей, которые развивают мышцы. Тогда мышцы способствуют поставить во рту все зубы правильно, скажем так. Потом есть еще вот такие, как пластинки. Пластинки тоже, они улучшают прикус, то есть они могут предотвратить. То есть не обязательно ставить брекет-систему, если ты относил пластинку, у тебя все стало на место, это будет уже хорошо. Ну, если, конечно же, уже обратились позже, то уже идет брекет-система. В принципе, как особого там возраста, когда именно нужно идти и ставить, ее нету. Сейчас тоже каждый доктор решает сам, когда нужно это делать. То есть все... идет после осмотра консультации и составления плана лечения.
Не можу не запитати, зовсім недавно в інтернеті прогриміла історія про те, що в дитини корінний зуб випав, і батьки налякались, що з ним робити, і завітали в найкоротші термін до стоматології, і там цей зуб поставили на місце, він прирісся. Тобто є й такі історії, так? Да, конечно. Сейчас это тоже очень практикуют, то есть поставить на место зуб. Есть такие даже доктора, которые удаляют зуб мудрости, который лежит не от дуги, допустим, он не может прорезаться. И нету какого-то постоянного зуба, но это уже у взрослых. И ставят на место этого постоянного зуба. Такое тоже уже есть. Бачите, які різні та цікаві історії взагалі трапляються зубами, а здається, що, ну що тут цікавого такого? Дякую вам, що ви до нас завітали, розповіли нам таку цікаву інформацію, і я впевнена, що багатьом вона буде корисна. І наостанок хотілося б дізнатися, чи потрібно обирати для дитини от лікаря-стоматолога, чи звертатися до кого пішов і до того є. Ні, на самом деле, действительно, нужно, если ребёнок расположился к доктору, тогда, конечно, пускай они вот как дружат, это должен быть вместе, они коллективно должны принимать решения. Если ребёнок, конечно же, плачет, ему не нравится, не надо заставлять, лучше найти своего доктора. Не пугать их с детства, как это напугали нас родители, скажем так. То есть нужно, сейчас хватает специалистов. Є можливість і почитати різні коменти, так? Тобто користуємося сучасними різними можливостями. Значить, нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був лікар-стоматолог Ліана Кравчук. Дякую вам за цікаву та приємну бесіду. Дякую.